Всем привет, зрители моего канала «Сад Чекалин», Сызранский район. И сегодня у нас пришло время побелки плодовых деревьев. Их можно побелить было, конечно, раньше, но у нас времени, как говорится, нету. Все время заняты, работы очень много, еще на рынок занимает работу. А вечером приезжаем, ничего не успеваем. Сегодня понедельник, у меня выходной. И я белю деревья. Там мы начали начало. С той стороны я деревья уже три ряда пробелил. Вот. Сейчас вот белю этот ряд. Побелку мы используем. Вот такая вот краска фасадная. В этом году я посоветовался. В том году я еще пытался что-то белить белилами, там разводил ее. Но в этом году посоветовался с ребятами с Хвалынска, которые били тоже деревья. У них сады там большие. Они используют такую краску фасадную. Водоэмульсионная она или акриловая, как правильно. Вот такая краска. Чуть-чуть водички я добавляю, чтобы была чуть-чуть пожиже. Потому что она очень густая. И белю деревья ей. Очень удобно, не смывается. В общем, короче, пробеливаю штамп до первого разветвления. Первое разветвление маленько захватываю и белю. Так побелю все деревья. Здесь яблони. Вишни, черешни, не знаю, посмотрю, буду белить, не буду белить в этом году. Так-то пробелю, если краска останется. Здесь краска у нас 14 килограмм. Идет ведро. Взял я ее там по дешевке. Ведро стоимость вышла мне. Ведра, сейчас точно не помню. Ну как, я его потому что заранее еще в августе, по-моему, купил там. Короче, оно где-то там по скидке, по всем, по-моему, 1200 вышло, если не 1150. Что-то такое, блин, вот это ведро. Ну, самый дешевый я взял, мне для краски. Можно даже вот просрочку какую-нибудь взять, они со скидкой там на складах продают. Можно взять. Короче, вот, наливаю в такое маленькое ведерко, беру обычную кисть, там, это уже сами, круглую, плоскую, и вот такой мне удобно, круглый можно. И пробеливаем полностью штамп до корня, и первое разлетение обязательно захватываю. Ну и там, где подмазываю, где сильные трещины, в основном их пробеливаю, чтобы никакие жучки, ни червячки туда не залезли. Ну все, вот такой вот у нас работа. Сегодня у нас на дворе уже 6 ноября у нас. И вот мы готовимся как к зиме уже, к полной. Осталось нам укрыть виноград только, и все, и тут добелить деревья. Но это все, короче, прямо осталось чуть-чуть. Тут у нас клубника наша, в этом году пересаживали, показывал. Подзавязалась, думаю, что что-то выйдет у нас. Ну все, на этой ноте закончим видео, не будем растягивать. Всем, кому понравилось, ставим класс, лайк, кто нас поддерживает обязательно. Также не забываем подписываться на наш канал «Сад Чекалин, Сызранский район». Ну и всем пока, удачи, ребята!